Хук слева, хук справа, апперкот и нокаут. Александр Родионов уверенно отрабатывает удары в зале для бокса. Поодаль за спортсменом наблюдают юные коллеги. Молодой боксер – пример для подражания. Мастер спорта международного класса, троекратный призер европейских чемпионатов. В прошлом году взял кубок страны. Бился за право представлять Беларусь на Олимпийских играх в Токио. Из-за коронавируса турнир заморозили. Но юноша не унывает. Это повод отточить мастерство. Сейчас залечиваем раны и готовимся к новым турниром покорять новые вершины. Бокс не прощает ошибок, лени, потому что в бою, в ринге ты один сам собой, тебе никто не поможет. Ты в ответе за то, что происходит в ринге, никто другой. В основе успеха – годы упорных тренировок. Этой философии придерживается и тренер Сергей Болбас. Считает, из каждого мальца можно взрастить достойного чемпиона. Ребята сами выбирают. Если им нравится тренироваться, мы, конечно, прилагаем все усилия для того, чтобы они боксировали, тренировались. Не нравится боксом заниматься, предлагаем переходить на другое отделение. Помимо именитых боксеров, Бобруйская спортивная школа Олимпийского резерва взращивает пловцов, гимнастов, гребцов и велогонщиков. Сейчас проводит набор. На дне открытых дверей у здания школы не протолкнуться. Не обязательно уметь плавать или ездить на спец. Для того они сюда и приходят, чтобы мы их научили плавать, ездить на велосипеде или на лодке, на байдарке. Или гимнастикой заниматься. То есть особых навыков никаких не надо. То есть все здесь, у нас есть квалифицированные тренера, которые всему обучают. Новоиспеченным воспитанникам выдадут все необходимое. От шлема и перчаток до велосипеда и байдарки. Школа полностью обеспечена инвентарем. Прокладывать путь в большой спорт, уверяют тренеры, нужно как можно раньше. В секции набирают с 5-7 лет. Есть и платные занятия. Анастасия Шевцова, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.